Доброго дня, шановні телеглядачі, доброго дня, шановні колеги-журналісти. Ми вітаємо вас у прес-центрі «Майдан Свободи». Сьогодні ми будемо говорити про те, чи були законними чистки у лавах харківської міліції, які відбулися буквально недавно. Як ви знаєте, на початку червня у Харкові з візитом перебував міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, який зробив ряд дуже гучних заяв і повідомив про те, що ряд працівників міліції були, високопосадових працівників були відсторонені, а пізніше усунені із своїх посад. Альтернативну думку на ці події мають юристи, правозахисники, які сьогодні у нас у студії. Я хочу їх представити. Це Олександр Сирота, голова Харківської обласної правозахисної громадської організації «Право на захист», людина, яка 2 роки була представником міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у Харківській області, а також адвокат, заступник голови організації «Право на захист» Сергій Горляк. Саме вони сьогодні мають висловити свою думку на ті події і сказати, чи були законними, на їхню думку, чистки у лавах харківської міліції. Будь ласка, пане Олександре, вам слово. Добрий день. Я хотів би озвучити емоціональну частину цього конфлікту, а Сергей Федорович озвучит юридическую. На самом деле у нас есть все основания предполагать, что конфликт, который возник, он возник не из-за того, что приехала какая-то группа и чего-то там нашла в Дергачах. Конфликт возник давно. Конфликт между сотрудниками Управления внутренней безопасности и рядом лиц в городском совете, рядом лиц внутри милиции и так далее. И на самом деле вот такая, будем говорить, война компроматов, она идет давно. Более того, будем говорить так, управление внутренней безопасности вообще находилось в состоянии постоянных проверок. И при министре Луценко, и при министре Цушко, и опять при министре Луценко. Фигурируют все время одни и те же люди. Но, однако, в результате проверок, которые были по похожим заявлениям, выносились всегда, проходили объективные расследования, выносились положительные решения, то почему-то вот в этот раз решение вынесли обратно противоположно. Более того, это решение было вынесено, насколько я понимаю, исходя из дисциплинарных наказаний, а увольнение сотрудников, и Сергей Федорович коснется юридического аспекта, увольнение сотрудников по дисциплинарным нарушениям, оно совершенно невозможно в той трактовке, которую сделал Юрий Витальевич Луценко. Вот. Поэтому сегодня мы говорим о том, что конфликт возник между министром и рядом уволенных сотрудников. Но хотелось бы сегодня призвать обе стороны к уравновешенности и все-таки найти тех виновных, из-за которых этот конфликт произошел. А я не могу назвать виновных по именам, но я могу сказать, что это, очевидно, та комиссия, которая в составе 20 человек там работала несколько месяцев, а потом ее усилили 40 людьми. Вот. Представляете, что это за огромная армия милиционеров, отвлеченных на полгода от работы, причем я так подозреваю, что съехали со всей Украины. Вот огромная армия милиционеров, которая в течение полугода бороздит просторы Харькова, а на выходе показывает только совершенно сомнительного качества кино по дергачам. Да? Сколько денег было потрачено на эту работу и что на выходе? Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что вы зададите вопросы, я слишком долго и много могу всего рассказывать, но на самом деле, очевидно, надо будет отвечать то, что интересует вас. Вот. Поэтому я подведу вот короткий итог того, что я сказал. Сегодня мы должны все-таки определить тех виновных, кто благодаря или из-за того, что они не имеют достаточного уровня
может быть, квалификации, может быть, умения, может быть, еще чего-то, все-таки ввели в заблуждение министра внутренних дел, и на основании чего министр внутренних дел принял преждевременно и несправедливое решение в отношении сотрудника управления внутренней безопасности. Пане Олександре, нагадайте, будь ласка, яке рішення було прийнято відносно цих 10 чоловік? Вони були відсторонені, чи вони були звільнені? В якому сьогодні вони статусі знаходяться? Чи вони оскаржили рішення про дисциплінарні стягнення до суду? Будь ласка. Був звільнений, чи він ще працює? Весьма странна ситуація, яка має абсолютно специфічні міліцейські корні. Як нам звісно, ми не тримали в руках, існує приказ. Приказ, с которым, насколько я знаю, ни один из сотрудников управления внутренней безопасности не ознакомлен был под роспись. Существовал якобы приказ о том, что Колесник и 10 сотрудников отдела внутренней безопасности Харьковской области были уволены со своих должностей. И я бы продолжил, зная эту специфику, и выведены, очевидно, в резерв министра, потому что увольнение из милиции – это этап достаточно сложный. В связи с этим я понимаю, что, по всей вероятности, министра внутренних дел этим 10 человекам должны быть предложены другие должности. Мы с нетерпением ждали 20 числа, это тот срок, когда Юрий Витальевич Луценко озвучил, когда комиссия, которая работает, должна была бы подвести итог и официально опубликовать все данные по работе. 20 прошло, сегодня 26, сегодня Юрий Витальевич проводит коллегию министерства в городе Днепропетровске, завтра приезжает в Харьков, и, очевидно, коллегия в Днепропетровске, она что-то должна, наверное, решить по Харькову, и, наверное, завтра он озвучит какие-то решения. Кто сегодня очолил управление внутренней безопасности по Харьковской области? Информация на уровне вашей. Заместитель начальника департамента внутренней безопасности Новиков. К сожалению, имя, отчество я не помню. Дякую вам. Давайте послухаем запитання. Будь ласка, Алла. Будь ласка, микрофон. Простите, зараз. У меня есть предложение. Давайте мою юридическую сторону освещу, а потом уже... будь ласка, давайте, пане... У нас уже какая-то часть вопросов пошла... Будь ласка, якщо можна, тому що не зрозуміло. До вас зверталися письмово, всі 10, чи це було колективне звернення? В якій формі до вас звернулися? Ми отримали колективне обращення від 10 бывших сотрудников отдела внутренней безопасности. С просьбой оказать правозащитную помощь, связанную с очень непонятной, скажем так, ситуацией по кадровым решениям в отношении этих работников милиции. Там на самом деле было, опять-таки, уровень достоверности невысокий по одной простой причине. Как минимум один из приказов секретный, то есть мы не имеем к нему доступа. Его не видели и сами работники отдела внутренней безопасности. Сначала они были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей на время проверки. Это как бы стандартно и законно, тут у меня вопросов нет. Потом, вроде был этот приказ, секретный приказ о увольнении их с должностей и выводе за штат. И вроде бы уже есть третье решение. Опять-таки, видите, вроде бы по той простой причине, что мы довольно недавно занимаемся вопросом, и Все секретится. То есть все эти приказы по внутренней безопасности выходят определенным временем. Дело в том, что кадровые решения по штатным работникам, они не должны быть секретными в принципе. Это бессмыслица. И третье решение связано с тем, что вместо отдела внутренней безопасности создается некая аналогичная структура. Сейчас модно стало увольнять таким образом. То есть есть, грубо говоря, отдел гвоздей и молотков,
значит, он ликвидируется, вместо него создается отдел молотковых гвоздей, и вот прежний состав уже оказывается как бы уволен по сокращению, а новый состав формируется. Мы обязательно в этом вопросе разберемся, потому что, я повторяю, здесь пока можно констатировать одно, что все 10 работников не исполняют те должностные обязанности, которыми они занимались. Ну вот, и, в общем-то, реальный их статус – это уволенные, или, точнее говоря, освобожденные занимаемые должности и выведенные за штат. Вот примерно так. Значит, это первый нехороший, в моем понимании, момент. То есть, Юрий Витальевич сам же столкнулся с очень похожей ситуацией в отношении самого себя, да? Когда берется действующее законодательство, как-то подтачивается под ситуацию, как получится, и начинаются какие-то решения, там, что кого-то надо сажать за то, что он не там летает на самолетах и так далее. Ну вот, второй момент, очень важный, я считаю, заключается в событиях, связанных с вот этой кинокартинкой, которая была показана на пресс-конференции Юрия Витальевича Луценко. Ну, нагадайте, будь ласка, щоб зрозуміли телеглядачам і журналістам. Там з камерою проводилась съемка якобы выполнения отделом внутренней безопасности функции крышевания контрабандистов. То есть вот они приехали, там в это время работали работники другой службы, они якобы потребовали убраться отсюда, то колесо нас разорвет, вот эта цитата оттуда. Значит, там отдельный вопрос, был ли этот показанный ролик действительно непрерывным видеорядом, либо он монтировался, этим вопросом мы еще займемся. Но по самому событию есть постановление, вот я его сейчас держу в руках. Это постановление вынесено следователем Следственного отдела управления службы безопасности Украины. И он отказывает возбуждение уголовного дела по контрабанде в отношении вот как раз вот этих вот, которых якобы крышевали. Следует обратить внимание, почему мы заостряем именно на этом постановлении внимание. Потому что Юрий Витальевич Луценко сказал, что возбуждено уголовное дело по контрабанде и будет вся эта ситуация развиваться. Да, в тот момент, когда-то Юрий Витальевич говорил, постановление уже было вынесено. Какой даты? 17 апреля. Вот. И тут тоже очень характерный момент, он связан с тем, что если бы действительно была какая-то уверенность в том, что это, да, контрабанда, что ее крышевали и так далее, то, по крайней мере, по этому бы постановлению точно предпринимались бы меры реагирования. То есть обжаловали в прокуратуру, нет, обжаловали в суд и так далее. Никаких решений не принималось, как было отказное дело, так оно отказным делом и осталось. То есть что получилось? Получилось, что мало того, что не было контрабанды, с этим даже не пытается спорить. Понятно, да, то есть использовался какой-то, ну его легче назвать информповодом, чем чем-то другим. И уже потом Юрий Витальевич, я понимаю, что он физически не в состоянии проверять все материалы, которые ему подаются. Но получилось, что он озвучил, существование уголовного дела, которое в этот момент уже не существовало, и б, вменил в вину своим сотрудникам то, что они крышуют контрабанды, которой не было. Более того, заметьте, все это было озвучено 6 июня, а постановление о прекращении уголовного дела в апреле месяце. И зная Юрия Витальевича Луценко, я, конечно же, даже не могу предположить, что он это знал и озвучивал. Следовательно, он не знал. Все прочее бессмысленно. Зная, бессмысленно озвучивать, потому что это очень легко. И возникает вопрос, а почему Юрий Витальевич Луценко и, допустим, начальник департамента Слободянек Василий Дмитриевич не знали о существовании этого документа? Александр Владимирович, я продолжу. Значит, у меня другой вопрос возникает по этому же поводу. Он заключается в том, что если действительно у нас такое страшное было сначала УВБ, потом УВБ, вот, то как так получилось, что кроме вот этого, мягко выражаясь, вот ничего другого не нашлось? Ну давайте действительно подумаем. Дело в том, что работа даже оперативных сотрудников оставляет довольно большой бумажный след. То есть невозможно вот что-то долго вытворять, и чтобы это вытворяние не оставило следов.
Допуск у проверяющих был, в принципе, ко всем документам, которые их интересовали. Почему-то, вот нашлось только это. Тем более, я сейчас не готов утверждать что-то правда, но утверждаю, что эта фраза «колесо нас разорвет», которая якобы выдавала за то, что вот мы приехали защищать вот этих, а если вы их тронете, то у нас будут проблемы. На самом деле, речь совершенно о другом, что в случае, если они не оформят там необходимые документы, то есть люди говорят, да давайте разъедемся, и все. Те говорят, нет, мы уже не можем, потому что... А там был полностью выполнен порядок оформления обращения вот этих частных предпринимателей по поводу проверки и из-за чего выезжала УВБ. То есть там смысл такой, к ним приехали, начинают что-то там проверять. Они, частные предприниматели, считают, что в этом случае они выходят за рамки своих полномочий и звонят по 02. 02 им говорят, нет, вам надо звонить на горячую линию отдела внутренней безопасности. Они звонят туда, рассказывают ситуацию и выезжают два работника милиции. Все это зафиксировано. То есть это не то, что сейчас сотрудники ОВБ рассказывают. Это есть в журналах, что вот действительно да, было такое обращение. То есть в самом журнале регистрации заявлений, преступления заявлений граждан, эта запись существует, существует запись по телефону 02. То есть ситуация была реальной, когда люди позвонили на 02, в связи с тем, что в данной ситуации жалоба поступила на сотрудников милиции, им предложили перезвонить на телефон горячей линии УВБ. Я очень сильно наказывал сотрудников управления внутренней безопасности за нереагирование на заявления граждан. И Юрий Витальевич тоже наказывает. Поэтому сотрудники управления внутренней безопасности обязаны были выехать по звонку на телефон доверия. Да, вот, по конкретному заявлению. И они выехали. Да, вот дело в том, что они утверждают, что вот фраза вот эта, вот, она была связана именно с их отказом от предложения ничего не оформлять, а тихо разъехать. Ну, правда это или нет, это Аллах ведает, мы как бы, чтобы вы поняли, у нас нету задачи кого-то защищать, там, выводить из-под удара, просто чтобы это все вернулось в правовое русло. Потому что сейчас это выглядит следующим образом, что предпринимаются попытки каким-то образом кого-то освободить от занимаемой должности, причем, если действует еще все тот приказ секретный, который как бы то ли есть, то ли нет, но Юрий Витальевич просто его результаты озвучил на присухе, то есть нельзя сказать, что его нет, да? Вот, то тогда уже следующий приказ о том, что в связи с сокращением этого подразделения и созданием нового, вот бывшие сотрудники подразделения увольняются по сокращению штатов, вот, тогда оно противоречит предыдущему приказу. То есть вот здесь первая совершенно непонятная ситуация. Вторая непонятная ситуация, она даже не так непонятная, она неприятная. То есть если действительно, ведь дело в том, что насколько мне известно, служебное расследование еще не закончено. То есть по крайней мере те в отношении кого-то не озвучено, им никто ничего не рассказал о результатах этого служебного расследования. Вот, если оно не закончено, нельзя принимать решение, это понятно. Отстранить можно, но увольнять нельзя, еще нету выводов тех, кто производит проверку. Вот, но если это единственное, то действительно я никогда не интересовался очень внимательно работой ОВБ, но если это единственное, что на них нарыли с 1 января по сегодняшний день, то у меня создается впечатление, что у нас вообще лучше ОВБ в Украине. Да, ну на самом деле второе на Украине, оно все время. То есть... Ну, да еще дело в чем, что за все время их работы нет взысканий. Причем министром был Луценко, начиная с 2005-го, потом министром был Сушко, и ни одного взыскания по этим работам. Одно из двух. Либо они уже настолько мощно крышуются где-то там на уровне чуть ли не президента, если до них даже министерство добраться не может. Вот. Либо просто не за что. Понимаете? То есть, конечно, милиционеров всегда есть за что, работа такая. Вот. Но такого именно чего-то выдающегося на общем фоне, скорее всего, просто не находилось. И вдруг выясняется именно сейчас. Пане Олександре, давайте послухаємо запитання журналістів. У нас не так багато часу, будь ласка. Алла Пліс, Інформбюро. Це впечатлення, що Колесника просто хотіли убрати. Кому це було вигідно? Це перший питання. І де зараз Колесник?
Значит, первая часть вопроса. Юрий Витальевич Луценко управление или департамент внутренней безопасности в шутку называет гестапо. Да, это, к сожалению, это тот орган, который карает милиционеров. Скажите, пожалуйста, ответьте мне на вопрос тоже. Могут ли быть у начальника управления, у начальника гестапо в Харьковской области в отношении милиционеров, могут ли быть враги, если он всю сознательную или там последние несколько лет сознательной жизни борется с оборотнями в Харьковской милиции? Конечно, может. Потому что это карающий орган милиционеров. Вот, вот ответ на вопрос. Первая часть. Да, конечно, враги у него есть. Враги у него в милиции есть. Очевидно, некоторые люди пострадали от работы управления внутренней безопасности. А если учесть, что она все время, вот особенно в последнее время, одна из лучших и занимала второе место по итогам работы за прошлый год, то очевидно, ну, были привлечены достаточное количество сотрудников милиции. Конечно же, есть враги. У любого из нас есть враги, а у сотрудника милиции, который занимается расследованием преступлений милиционеров, они есть на порядок больше. Второе. Ну, насколько я знаю, Колесник сейчас находится на больничном. Я обратился бы ко всем, кто к родителям, его родителям, к жене, к детям, к тем, кто соприкасается с родственниками этих людей. Не нужно сегодня воспринимать заявление Луценко, заявление кого бы то ни было в обвинении в преступлениях близко к сердцу. На самом деле жизнь расставит все на свои места. Правда, я надеюсь, восторжествует. И думаю, что все-таки Юрий Витальевич Луценко найдет в себе силы и мужество наказать тех, кто действительно виноват. Вот и все. То есть, на самом деле, я глубоко уверен в том, что полгода работы 20-40 человек в Харьковской области должны были бы дать совершенно другие результаты, а не те, вот, которые есть. А сам факт того, что министру не доложили о существовании постановления о прекращении возбуждения уголовного дела, а он выходит и начинает это озвучивать, я считаю, что людей, которые его обманули, и они обманули и начальника департамента, они обманули и министра. Их просто надо наказать. Ну, разобраться с ними. Поэтому Юрий Витальевич Луценко правильно уволил, только не тех людей. Увольнять надо было других, тех, кто проверял. Будь ласка, запитание, Александр. Александр Казакин, «Настоящий дозор». Такие вещи достаточно редки. К ним нужно подходить, мягко говоря, осознанно, проверив все и так далее. Приезжает министр, имея на руках только там информацию, полученную там от своих сотрудников, и рубит с плеча. Нет, вы знаете, почему Юрий Луценко не стал разбираться в ситуации, которая, в общем-то, является исключительной? Спасибо. У меня есть предложение не принимать решений и не делать выводов в условиях недостатка информации. Вы видели докладную записку? Я не видел. Вы видели? Нет? Тоже не видел. Вот, то есть мы сейчас можем говорить только о внешних признаках того, что происходило. Поэтому предложение такое. Эта информация теперь уже никак мимо Юрия Витальевича не пройдет. Он уже не сможет сказать, что ничего не знает, что никакой контрабанды, оказывается, не было. Вот. И у нас будет возможность увидеть его реакцию на это событие. Одну из двух. Либо он сделает вид, что ничего не случилось и ничего не происходило. Мы будем смотреть с одной стороны на ситуацию. Он осознает, что здесь что-то не то, и хотя бы назначит повторную проверку. Это будет другая ситуация. Микрофончик. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как могло такое получиться? Людей обвиняют в крышевании контрабанды. Это достаточно сильное обвинение. Их при этом увольняют только с должности, но из органов внутренних дел не увольняют. То есть получается, люди, крышующие контрабанду, да, вот это, ну, это получается по действиям Луценко, не нужны в УВБ, но при этом еще пригодятся в министерстве. То есть как вообще может быть такое?
такой нонсенс. Нет, ну это может быть как... вот здесь как раз вопрос сложный. Почему? Потому что все-таки результатов служебного расследования, так понимаю, нет. То есть для того, чтобы принимать решение об увольнении из органов милиции, им надо чуть что-то посерьезнее, чем вот это кино, которое здесь показывали. Вполне может быть это причина. Что-то посерьезнее, извиняюсь, перебью. То есть единственным серьезным документом, при котором нормально можно уволить любого сотрудника милиции, это вынесено решение суда, то есть обвинительное заключение в отношении милиционера. Не, ну почему? Ну, может быть, систематические нарушения. Это дисциплинарные. Ну, но если накопилось, да? Конечно. То есть это все должно где-то быть. Пока этого не видно, не слышно, министром не озвучивалось. То есть одно из двух. Либо он ждет окончания служебного расследования, либо, что больше похоже на правду, их уволили принятым в последнее время в Украине совершенно беззаконным методом, а именно убрали одну структуру, ну то, что я вам рассказывал, создали тут же вторую. Вот, и они внезапно оказались за бортом. Вот, Юрий Витальевич Луценко, один министр, из всех которых я знал, который признает свои ошибки. Это его огромное положительное качество. Но признание своих ошибок министром внутренних дел – процесс не мгновенный. Я считаю, что Юрию Витальевичу Луценко необходимо сегодня аргументированно и аккуратненько дать ту информацию, которая есть на самом деле. И зададите мне вопрос через 3 месяца. И я вам отвечу, что видите, мы 3 месяца назад говорили, и Луценко нашел в себе силы и мужество изменить решение и применить те санкции, очевидно, к другим людям, которые его в итоге, как мне кажется, одурачили. Дякую, пане Олександре, пане Сергію. Ми сподіваємося, що завтра, перебуваючи в Харкові, міністр внутрішніх справ знайде можливість зустрітися з пресою і пролити світло на цей конфлікт, який досі не вичерпаний, і в якому дуже багато незрозумілих моментів. Ми закінчуємо свою прес-конференцію. Це був прес-центр Майдану.